Всем привет, это FreeStudio 21.com. Продолжаем тему Present Perfect. И на этот раз у нас примеры Present Perfect, просто предложения, где он употребляется, чтобы увидеть ситуации, чтобы увидеть на каких-то более-менее осмысленных, контекстуальных, если хотите, случаях. Итак, эти упражнения взяты, кстати, из книги Реймонда Мерфи «English Grammar in Use». Я не буду сейчас вдаваться в подробности упражнений, я просто вот составлю предложение. И, во-первых, мы увидим технику, как это все образуется. А во-вторых, мы увидим контекст, когда именно можно present perfect употреблять. Первое, за нас уже подумали. Tom is looking for his key, he can't find it. Том ищет свой ключ, он не может его найти. Обратим внимание, что у нас предложение здесь в настоящем времени. Здесь у нас present. То есть ситуация сейчас. Вот is looking, he can't find. Предложение у нас he has lost his key. Он потерял свой ключ. То есть потерял он когда-то в прошлом, непонятно когда, но, по-видимому, не так уж давно. Яркий пример того, как ситуация в прошлом может мне строить ситуацию сейчас. То есть не искал бы, если бы не потерял. Ладно, смотрим второе. Margaret can't walk and her leg is in plaster. Маргарет не может ходить, и у нее нога в гипсе. Значит, аналогичная ситуация. Опять у нас can't walk, не может ходить, явно сейчас. И is, ну здесь просто состояние, но опять же имеется в виду, что это сейчас. Опять же, это present, то есть это аналогичное с прошлым предложением, с первым. Если у нее нога в гипсе, значит, мы делаем предположение, что она, скорее всего, сломала ногу. She has, по-видимому, broken her leg. Далее третье. Last week the bus fare was 80 pence. Now it is 90. На прошлой неделе стоимость проезда в автобусе была 80 пенсов, а сейчас 90. Итак, у нас здесь немножко ситуация усложнена. С одной стороны у нас last week, прошедшее время, вот. А с другой стороны у нас now, сейчас. Что же мы имеем? The bus fare, стоимость проезда в автобусе, что, скорее всего, она повысилась. Или что-то в этом роде. И у нас есть слово grow, по-видимому, здесь оно нам подходит. Или еще лучше, наверное, даже не grow, go up. Вот, go up, повыситься. То, поскольку у нас нет выбора, у нас везде present perfect будет здесь стоять, я так и скажу has gone up. Что мы имеем здесь? В отличие от предыдущих предложений, где было видно только ситуация сейчас, в третьем предложении у меня есть момент в прошлом, причем четко определено время, на прошлой неделе. И у меня есть now. То есть у меня показана, условно говоря, точка А и показана точка Б сейчас. Здесь у меня now, здесь у меня last week. И мне надо, по сути, описать вот этот мостик между last week и now. Вот что мне нужно сделать. Вот этот момент. Вот здесь у меня go up. То есть вот за это время, за этот промежуток времени цена возросла. Едем дальше. Четвертое. Maria's English wasn't very good. Now it's better. Her English чего-то там. У Марии английский не был очень хорошим, а сейчас он лучше. Опять же, то же самое, что в предыдущем предложении. У меня есть зацепка в прошлом. Вот оно, wasn't. А далее у меня now, следующее предложение. Опять же, у меня мостик между прошлым и настоящим. То есть у меня что-то в прошлом там случилось. И сейчас в настоящем ситуация изменилась по отношению к прошлому. Поэтому her English has improved. Далее пятое. Dan didn't have a bird before. Now he has a bird. У Дэна раньше не было бороды, а сейчас у него борода. То есть он носит бороду. Итак, опять же, то же самое, что в предыдущих двух предложениях. В прошлом чего-то не было, сейчас чего-то есть, и это что-то появилось вот за какой-то период времени из прошлого в настоящее. Поэтому he has grown a bird. Следующее. This morning I was expecting a letter. Now I have it. Итак, что у нас здесь интересного? Здесь у нас вообще интересная ситуация, еще более запутанная на первый взгляд, потому что с одной стороны, у меня стоит this morning, это явно в настоящее время. С другой стороны, у меня this morning, а дальше у меня was expecting. Прошедшее, продолженное, с this morning употребляется. Очень интересно. А далее у меня сейчас,
я его имею, то есть как бы я уже его получила, это письмо. Может ли быть такая ситуация? Да, конечно, может. Это как раз тот момент, когда у меня действие в настоящем времени, но оно уже закончилось. The letter has arrived. Здесь ситуация интересна чем? Что утро, по-видимому, уже закончилось, потому что я ставлю прошедшее время. То есть все утро, что здесь подразумевается? Что все утро сегодня я ожидала письма. И утром я его вроде бы как, наверное, не дождалась. Но дальше, там где-то в течение дня, я его все-таки получила, и сейчас оно у меня есть. При этом день еще не закончился. И вот поэтому я ставлю present perfect. Вот такая вот интересная ситуация. Далее седьмое. The temperature was 20 degrees, now it's only 12. Температура была 20 градусов, а сейчас только 12. Ну, здесь практически то же самое, что было в третьем, четвертом и пятом. Здесь нет намека на то, что это прямо сегодня было. Может, это было там вчера ночью, там, поди его знай. Не уточняется. Но в любом случае у меня опять скачок из прошлого, потому что здесь вот прошедшее время, здесь настоящее. Скачок опять же из прошлого в настоящее. Поэтому есть смысл ставить present perfect. The temperature. Температура упала. Has fallen. Далее следующее. Здесь у нас немножко усложнилась задача. Мне нам надо еще ставить just, already и yet в предложениях. Мы помним, что это характерные слова для present perfect. Только что, уже и еще. Или пока что. Можно и так говорить. Итак, первое за нас опять подумали. Посмотрим ситуацию. Почему здесь present perfect? After lunch, you go to see a friend at her house. She says, would you like something to eat? You say, no, thank you. I've just had lunch. Итак, после ланча вы идете к другу в гости, к подружке, точнее, в гости. Она говорит, хочешь ли ты что-нибудь съесть? А ты ей говоришь, нет, спасибо, у меня уже был ланч. То есть, у нас ситуация, которая происходит сейчас, и нечто в прошлом повлияло на мою ситуацию сейчас. То есть я уже позавтракала или имела второй завтрак и есть не хочу. Если бы я не завтракала, возможно, я бы согласилась. Ладно, посмотрим, что во втором. Joe goes out. 5 minutes later, the phone rings and the caller says, can I speak to Joe? And you say, I'm afraid. Дальше там чего-то там. Go out. То есть Джо куда-то выходит из дому, имеется в виду, куда-то там ушел. Через 5 минут телефон звонит, и звонящий спрашивает, могу ли я поговорить с Джо? А вы ему говорите, боюсь, что Джо куда-то ушел. Итак, у нас опять классика жанра, то есть у нас нечто в прошлом, случившееся буквально только что, влияет нам на ситуацию прямо сейчас, в момент разговора. То есть I'm afraid Joe has... И далее я поставлю, наверное, just, только что ушел. Has just, поскольку 5 минут прошло, он только что ушел. Gone out. А далее третье. You're eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away. You say, wait a minute. И далее там чего-то not finished. Вы едите в ресторане, официант подумал, что вы уже закончили, и начинает убирать за вами тарелку, а вы говорите, подождите минуточку, я еще не закончил. Здесь ситуация, во-первых, интересна тем, что здесь у нас not появилось, у нас будет отрицание, и, по-видимому, у нас будет слово yet с этим not употребляться. Кроме того, если посмотреть с точки зрения здравого смысла, здесь получается довольно интересно. То есть процесс еды как бы не закончился, он вроде как продолжается. С другой стороны, вот этот факт того, что не закончили, он не состоялся. И поэтому мы ставим present perfect. Здесь главное не перемудрить. I have, у меня отрицание, поэтому я ставлю not. Дальше основной глагол finished, он правильный. Поэтому it добавляем. Дальше можно дописать еще eating, но мне лень это делать, я напишу просто слово yet. Понятно, что не закончил делать, здесь понятно из контекста. Если бы контекста не было, тогда другое дело. Далее четвертое. You are going to a restaurant tonight. Your phone to reserve a table. Later, your friend says, shall I phone to reserve a table? You say, no. Чего-то там, do it. Вы идете сегодня вечером в ресторан, вы звоните, чтобы заказать столик, позже ваш друг или подруга говорит, давай я закажу, я позвоню и закажу столик. А вы говорите, нет, я уже это сделал или сделала. Итак, что мы здесь имеем? Опять же, то же самое. У нас какое-то событие в прошлом,
влияет нам на ситуацию сейчас. Вот опять же питательная среда для present perfect. Поэтому здесь no, I have, и здесь можно поставить already. Здесь оно прекрасно будет смотреться. Я уже заказала столик. I have already. Как видим, и already, и just у нас стоят после вспомогательного глагола. Это особенные слова. И дальше у нас do неправильный глагол, поэтому done it. Вот таким вот образом. Далее пятое. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful. Ask her. You say, чего-то там, find. Вы знаете, что ваша подруга ищет жилье. И, вероятно, она уже его нашла. То есть, дословно, она в этом преуспела. Задайте ей этот вопрос. Скажите, ты уже нашла жилье? Здесь у нас немножко другая ситуация. Да, с одной стороны, можно сказать, что это тоже событие в прошлом, которое влияет на настоящее. С другой стороны, это так называемые новости. То есть, когда я хочу узнать какие-то сплетни, какие-то новости о своих знакомых, слухи там и так далее, и так далее. Или просто узнать, как у тебя там дела из этой серии, как тебе там велось в последнее время и все такое. Значит, здесь у нас ситуация усложняется еще тем, что у нас вопрос. У нас еще не было вопросов, поэтому нам надо начать со вспомогательного глагола. У нас общий вопрос, ты нашла или не нашла. Поскольку вопрос будет звучать, ты уже нашла жилье, то, по идее, нужно поставить слово already. Но в вопросах already лучше не ставить. Это не очень красиво. Поэтому предпочтительнее ставить yet. Have you found a place to live yet? Едем дальше. Следующее, шестое. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks, where are you going for your holiday? Вы все еще размышляете над тем, куда поехать на ваш отпуск или на каникулы. Друг спрашивает, куда ты собираешься ехать на каникулы. А ты ему отвечаешь, я еще не решил. Здесь опять же полная аналогия с пятым. То есть здесь я спрашиваю, ну если можно так сказать, новости о человеке. Ты уже нашла себе квартиру, вы уже там поженились, вы уже там закончили учебу и так далее, и так далее. Здесь у меня отрицание, поэтому поскольку я еще не определилась, еще не решила, поэтому здесь будет I have not decided yet. Опять у меня yet, но уже в паре с not. В предыдущем предложении у меня не было ночь, был вопрос. И далее седьмое. Linda went to the bank, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, is Linda still at the bank? You say no. Линда пошла в банк, но несколько минут назад она вернулась. Кто-то спрашивает, Линда все еще в банке? А вы говорите, нет, она уже вернулась. Здесь опять же можно сказать, что это news, новости из жизни Линды. И здесь обратите внимание, несмотря на то, что у меня стоит no, вроде бы как отрицание, с другой стороны, у меня утвердительное предложение будет. У меня будет comeback и у меня будет утверждение. Поэтому здесь no не показатель того, что у меня дальше будет какое-то отрицание. She has already come back. Я поставлю already, дабы подчеркнуть, что уже она вернулась. То есть мораль этих упражнений такова, что если мы на них посмотрим, мы увидим, что в основном present perfect – это когда что-то случилось в прошлом, ну не очень там далеко, как говорится, и непосредственно формирует, если хотите, нам ситуацию сейчас. То есть, иными словами, если бы вот этого не случилось, то ситуация у меня была бы совершенно другая. То есть, если бы она не сломала ногу, сейчас бы у нее не было бы ноги в гипсе. Вот такая логика. Второй случай употребления present perfect, это как в третьем, четвертом, пятом и седьмом предложении, вот здесь выше, это когда мне надо связать прошлое и настоящее. То есть, показать, что что-то за вот период, пока прошлое стало настоящим, что-то изменилось. Изменилась цена за проезд. Раньше было 80, теперь 90. Изменилась у человека внешность. То есть раньше бороды не было, теперь бороду отрастил. И еще интересный случай, это когда у меня вроде бы как и настоящее время, а тем не менее действие уже совершилось. Вот как в шестом предложении вот здесь. Ну и отдельный случай, если у меня встречаются типичные слова в предложении, они, здесь надо понимать, что они по значению вторичны. В английском предложении всегда первичен глагол. Я могу не ставить все эти just, already, yet, там, recently, lately и так далее и тому подобное. Я могу этого в предложении и не говорить, и не писать.
Если я поставила present perfect, он говорит сам за себя. Но для усиления, для уточнений каких-то, я могу себе вот еще добавить какие-то вот такие вот навороты, если хотите. Ну и здесь во втором упражнении, здесь везде классика жанра, здесь действие в прошлом, которое формирует мне ситуацию сейчас. Никаких особых нюансов не было. И начиная с пятого предложения по седьмой у меня были, можно сказать, новости о человеке. Я их либо выспрашиваю, либо кому-то просто их сообщаю. Вот это и есть основная сфера употребления present perfect. То есть ничего такого сверхъестественного, ничего такого супер невероятного. При его употреблении очень важен контекст, потому что одно и то же предложение можно сказать и в прошедшем времени, и можно его сказать в present perfect. Все зависит от контекста, все зависит от того, о чем мы говорим, что мы имеем в виду и что я лично хочу сказать как говорящий. Это очень важно, потому что в моих глазах это, возможно, вот влияет на ситуацию сейчас, а в глазах моего собеседника это, возможно, совсем не влияет на ситуацию сейчас. Поэтому, опять же, важен контекст. В каком-то смысле я выражаю личное мнение. Ну, что поделаешь, тут уж такое дело. Скриншот всей этой странички будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на теорию по теме, и равно как ссылка на упражнение по present perfect. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.